Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. И для любителей криптомонет у меня сегодня три крана. Хочу с вами поделиться с выводом на FalseitPay. Это будем собирать биткоин, лайткоин и эфириум. Первый кран биткоин. Копирую адрес. Так, переходим на кран, сюда вставляем адрес, привязанный к FalseitPay, дает нам 10 BTC каждые 5 минут. Далее опускаемся ниже, нажимаем логин. Так, разгадываем капчу. Опять сюда закапчу у нас. Так, здесь вот так я показывала, кто не знает. Так, сюда в уголок. Да? И сюда. Нажимаем на зеленую вкладочку. Проверьте. Далее клейм. И антибот. Так, это у нас 8, по-моему. Так, 3, 1, 10. Ждем 3 секунды. Как видим, скрытых реклам нет. Здесь правильно. И смотрите, 10 биткоин сатошиков ушло на FalseitPay. Следующий кран. Так, реферальная ссылочка, друзья. Это 3 крана близнеца. Опускаемся ниже. И вот здесь находится... Господи. Так. И вот партнерская ссылочка наша. Следующий кран у нас... Так, мы будем собирать лайткоин таким же образом. Так, лайткоин. Копирую адрес. Перехожу. Я с двух браузеров, так как у меня FalseitPay включен расширение BravSec, вот, чтобы мне мои краны не забанили, я с двух кранов, потому что здесь нам дают 1331 лайткоин каждые 5 минут. Также мы разгадываем капчу таким же вот образом. Здесь, если привыкнуть, ничего сложного нет с этой капчей. Мне многие писали, что не знают, как разгадывать такую капчу. Ой, капчу я... Так, сейчас по новой. Видите, как и сюда в уголок. Клейм. И опять антибот. Так, 7 это у нас что? 7. А, нет. 5. Вот это. Далее 1, 7, 4. Ждем 3 секунды. Get reward. И 1332 лайткоина ушло на FalseitPay. И следующий кран это у нас Ethereum. Копирую адрес. Я привязывала адрес с MetaMask. Так, переходим.
Сюда вставляем интериум адрес 406 интериума. Инстантом идет все на FalsetPay. Так. Далее опять логин. И разгадываем капчу. Далее клейм. И опять антибота. 5 плюс 6. Это у нас 11. Это у нас 6. Далее 5 и 9. Опять ждем 3 секунды. GetReward. И 406 интериума ушло на FalsetPay. Опять же, ниже во всех кранах находится партнерская ссылочка. Вот она. Все ссылочки будут в описании под видео. Возвращаемся на кошелек. Нажимаю Dashboard. User Dashboard. Так. И вот у меня все было по нулям. Я ничего еще пока не собирала. От 406 эфириума. 1332 лайткоина прибыло на FalsetPay. И вот мои три крана. Вот они. Три близнеца. Один. Второй и третий. И пожалуйста, 10 BTC. Вот идут, тут даже число 18 числа. Далее лайткоин и эфириум. Вот. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.